Так, всем привет, дорогие друзья! Сегодняшнее видео хочу немножечко пояснить и показать преимущество 4 кГц. Для тех, кто смотрел все мои видео и предельно внимательно, новички, кстати, на канале, гости канала, не поленитесь, естественно, не за один день, но по мере возможности пересмотрите мои видео, неважно по поводу какого детектора, на какую тему, они могут быть, в принципе, полезны любому поисковику. Вот, сегодня хочу показать преимущество 4 кГц. Сам я большой сторонник 4 кГц, был владельцем G-Max 2, с удовольствием пользовался этим потрясающим прибором. И при том, что есть брат-близнец G-Max 2, 18-килогерцовый Goldmax Power, ГМП в народе называемый, я почему-то выбрал все-таки G-Max. Также после G-Max, владея XP Deus 1, я всем советовал именно при поиске монет и колец всегда пользоваться 4 кГц. Особенно в Deus 1 при увеличенном токе катушки 4 кГц это самый глубинный режим. Самый глубинный. По глубине никакая частота больше не сравнится с низкой 4 кГц. Вот. От дилетантов, далеких от поиска, на Ютубе можно услышать, а зачем вам в Deus 1, например, 4 кГц, это только для копа по войне. Ну, так рассуждают только дилетанты. 4 кГц нам нужно, чтобы искать монеты в первую очередь, монеты и кольца. Сам я частенько работаю, ну, как по пляжам, так и, в принципе, по старине даже мне удавалось найти, в этом году удалось найти места, где сейчас массовое скопление отдохнуть, выехать на природу, побухать, туда-сюда людей. Там огромная куча фольги, друзья, фольги. Вот для примера я взял... Сейчас мы с вами все это послушаем. Снимаю с рук, с телефона уж, извините, если что не так. Вот такая вот красивенькая, серебряная, 912 года, билончик 10 копеек. Давайте мы с вами включим легенду. Включим легенду. И посмотрим, как это все будет у нас дело звучать. Так, мульти 2, поле. .44 звучит серебряная монета. Ну, 12, 13, 14 звучит фольга. Что я предлагаю нам сделать сейчас? Как звучит монетка, вы поняли. Мы возьмем, поскольку у нас в местах поиска, где люди отдыхают, все завалено фольгой. И попробуем вот поле, мульти 2, ну может чуйку поменьше чуть-чуть в помещении. Давайте послушаем, как теперь будет звучать. Разнюхать пытаемся. Вот как звучит наша серебряная желанная монетка. Пытаемся разнюхать. Теперь меня... А, ну давайте поменяем. Давайте. Поле. Давайте... Что мы еще попробуем? Давайте попробуем... Мульти 3. Давайте в мульти 3 снова в парк.
А теперь давайте попробуем. Ничего не меняю. Кстати, кому интересно, скорость восстановления у меня 10. 10. Ну, дело не в скорости восстановления. Ее можно менять. Это не имеет никакое значения. Ну, вот 7 давайте спешну. Замусоренное место. Неважно. Теперь меняем частоту. 4 килогерцог. Что у нас скажет? Давайте перейдем в режим поля. Тоже 4 килогерца. Двадцать килогерц. Сорок килогерц. Ну вот, как-то так, дорогие друзья. Главное, что стоит вам запомнить, если ваша цель – поиск монет, либо колец, ваша частота – 4 кГц. Особенно интересно на Deus 1. Ну, я говорил в нескольких видео и всем советовал ходить именно на 4 кГц, если вы ищете монеты, ювелирку. Ну, конечно же, кроме маленьких, там, тоненьких цепочек, крошечных расстегнутых сережек, короче, монеты и кольца, это 4 килогерца. Зато прибор не слепнет от обилия, ну, самого безобидного вот такого вот мусора. Вот такого вот даже в воде на пляже я за 3-4-часовой выход выкапываю от 50 штук. От 50. Ну, иногда... Не все, конечно, копаю, они порхают, эти цели в воде. Иногда понимаю, что он порхает, и бросаю. Не мучаюсь. Ну вот как-то так. 4 килогерца делает любую мультичастоту, либо высокочастотные катушки. Вот в том же Deus 1 многие, в отличие от меня, я-то всем советовал всегда, знаете, X35 катушку. А вот есть люди, которые... Блондинку бери! Ну и что блондинка? Ничего не увидит ваша блондинка. В условиях замусоренности. Именно замусоренности, особенно современным мусором. Да, если вы где-то в поле, где фольга не попадается, вопросов нет. То же самое будет, если положить золотое кольцо... И рядом язычок, ну, банки открывать, вы поняли, тоже будет, не увидит прибор этого золотого кольца. Увидит только на 4 килогерцах. И вот что видим. Ага, думаем, железо. И если же, даже вот я сдвинул нечаянно, если же мы перейдем на 4 килогерца, ух, перескочил. Неважно даже, как фольга близко лежит. Перейдем в поле. Четыре килогерца. Да, ну не все так просто на самом деле, как кажется. Монеты, конечно, валятся, но вот она, сопуточка. Сопуточка.
Попуточка. Вот она, сопуточка. Ой, просыпал немножко сопуточки. Делаем благое дело бесплатно. Абсолютно добровольно. Чисто из альтруистических соображений. Как-то так. Ну и гильзач, конечно. И жду отличный сигнал. Я, как всегда, с надеждой. Ну вот прибор запищал. Ну и судьба злодейка. Копал, как рот, полчаса. Сука, не жалейка.